Ежегодно в конце октября в России отмечается праздник двух профессий, без которых сложно представить нашу жизнь – День работника дорожного хозяйства и День работника автомобильного транспорта. В администрацию Славянского района лучшие представители этих отраслей были приглашены на торжественный прием. Экономическая деятельность России и ни одна из ее сфер просто немыслима без сети автомобильных дорог. Ни одна организация не представляет процветания и развития без автомобильного транспорта. В любое время суток, в любую погоду дорожники и транспортники трудятся во благо страны. Благополучие и достойная жизнь миллионов граждан России зависят от этой отрасли. Поздравил участников торжественного приема тружеников с их профессиональным праздником глава Славянского района Роман Синеговский. Чем-то вы по-любому между собой связаны. Одни ремонтируют и строят дороги, другие по ним ездят. Поэтому, коллеги, перед нами ставится задача перед властью создания нормальных, комфортных условий для проживания наших жителей. И вот хочу сказать с уверенностью, что если дороги в порядке, если маршруты у нас работают, транспорт работает, можно сказать, что 50% проблем мы решили. Поэтому спасибо вам за тот труд, который вы делаете. В числе приглашенных на прием Толик Григорян, водитель с 5-летним стажем в службе такси «Эконом». Если еще несколько лет назад многие владельцы собственных легковых автомобилей могли свободно заниматься частным извозом, то с принятием закона о такси стало необходимостью иметь официальные разрешительные документы. Услуги частного такси должны быть легальными, и для того, чтобы работать, не нарушая установленный закон, нужно пройти процедуру официального оформления. Толик Григорян – один из тех, кто уважает закон и все необходимые требования соблюдает, трудится официально. Он признается, что работу свою любит, ведь всегда находишься в общении с людьми, говорит Толик. К тому же условия труда его вполне устраивают. Ежедневно он перевозит пассажиров, среди которых люди разных возрастов. В дороге всегда старается поддержать беседу с пассажиром и всегда со всеми находит общий язык. Поэтому отзывы о водителе только хорошие. Я вообще человек простой. Я никогда никому не грублю ничего. Когда надо, там, инвалид, там с детьми, я все время уступку иду, помогаю, там, что надо, то делаю. Вот за этого я огромное спасибо им, что они уважают нас. Оказаться в числе приглашенных на торжественном приеме – большая честь, признается Толик Григорян. Я очень благодарен Роману Ивановичу, что создавал такое впечатление, что мы все рады были и довольны были. Спасибо всем, главе администрации, всем, что организовали это мероприятие. Большое, огромное спасибо. В завершении встречи каждому приглашенному на прием за свой нелегкий труд Роман Синеговский вручил благодарственные письма и памятные подарки. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программа «События».